Делай что угодно, только не выкидывай. Так, все, игра вроде расчехлилась. Окей, так, что мы делали? Мы делали билд на ведьму. Что я решил? Я решил, что по ведьме мы будем делать энергетический щит. У меня такая фишка в пасфокзал. Я очень не люблю умирать. Я знаю, что это как бы очевидно, но я не люблю, вот вообще не люблю, когда у меня персы дропают. Или когда перс сам дропается, как та лопата, которая сама сломалась. Поэтому мы будем хреначить энергетический щит. Соответственно, нам нужно вот сюда. Обязательно внутренние резервы. Короче, вот мы тут напишем что-нибудь типа... Как он по-русски правильно пишется? Энергетический щит. Нет, мы по-русски напишем. Вот, мы напишем вот так вот и будем смотреть везде, где у нас есть энергетический щит. Вот. Во, зашибись, тут еще скорость. Чар. Чудо. Значит, нафигачим весь этот энергетический щит. Может быть, потом мы зайдем сюда еще, чтобы регенерировался энергетический щит вместо здоровья. В принципе, сюда путь классный, ибо он идет через ХП. ХП оно тоже, ну... Даже если мы по максимуму берем энергощит, все равно не помешает. Ну, как примерно такой план. И я присмотрел, там мы пойдем на билд... Ну, на возвышение мы пойдем не на билд через Властелина Стихии, а там какой-то второй подкласс есть, типа, на проклятиях. И у нее там есть много фишек на энергощит. Мы туда, наверное, пойдем. Что-то такое. Из-за пермафриза ты будешь убивать раньше, чем они тебя. Возьми себе фростбилд. Не-не-не, мы делаем электробилд. Я хочу электробилд. Вы должны понять, все, что мы делаем, мы делаем вместе. Потому что мы бригада. И умирать мы тоже будем вместе. Я буду делать билд новый. Я не смотрю гайды. Я не читаю гайды в Path of Exile. Я всегда делаю билды сам. Какие-то из них работают, какие-то не работают. Что тут сделать? Да что с игрой-то? Видел бутылочку у Тиджи. Она тебе изменяет. И да, я видел его хот-дог. Йоу, бутылочка нам бастри. Спасибо тебе огромное за донат, целых 100 дэйжу с сердечком. Спасибо тебе огромнейшее. Слушай, бутылочка изменяет мне. Это понятно, все. Сливай воду, бутылочка, ты попала. Я думал, мы с тобой. Я думал, у нас любовь. Я думал, это отношения. А ты, оказывается... все, не знаю. Не знаю, бутылочка, ты прямо в сердце меня поразила. Я даже вот... У меня шок, честно говоря. Еще и с кем? С Тиджоем. С этим. Блин, стримером. Нет любви на этой планете. Лучше бери билд на колд. Я люблю молнию. Мой любимый персонаж... Нет, не мой любимый. Мой любимый персонаж в Diablo 2 был варвар. Варвар с билдом на защиту. Я не помню, концентрация, по-моему, у него называется навык. Мой второй любимый персонаж в Diablo 2 был сорка через молнию. Через цепную и через... не помню, как называлась молния, но которая бьет по прямой линии. И у меня очень хорошие детские воспоминания про эту сорку, когда я делал десятки мефранов каждый... Плюс 12 информации. У меня очень хорошие воспоминания про эту молнии сорку, потому что я делал там десятки мефранов на ней. Меня перло. Привет, как относишься к тотемам и ловушкам на молниях? Ага, что самое интересное, что я делал как раз... я два раза пытался сделать билд на ловушках. Я два раза брал ассасина, убийцу, и два раза пытался сделать билд на ловушках. Блин, у меня ни разу не получилось ничего хорошего. Может быть, я что-то не понимаю именно в том, как ловушки действуют, как ими пользоваться. Я оба их докачал, у меня, по-моему, один даже на этом аккаунте. Я оба их докачал там до лейтгейма, до карт, но ни один, ни другой на картах себя вообще не показали. Скорее всего, я что-то делаю не так, либо для ловушек нужны специальные уники, которых у меня, конечно, нет.
Ты видел мод для Диабло 2? Да, там моды для Диабло 2, их же там миллион. Мы, я помню, что еще тогда играли. Там куча было модов, но я играл в оригинал. Много я играл именно в оригинал. Блин, ларец Бронника. Но нам здесь все равно не выбить 6 линк, правильно? Или 5 линк? Я не знаю, можно ли здесь выбить 5-6 линк. Мы попробуем. Ну, было бы глупо не попробовать. Мне кажется, что на таком уровне 5 линки в принципе не падают. Но даже если мы какой-нибудь 4 линк сделаем, то это будет нормально. Поэтому я попробую. Дорогой чат, так больше не может продолжаться. Стример не уважает наши права и установил диктатуру. В конце концов, он сел на нас. Я ни на кого не сажусь. Я честный вор. Я сижу только в тюрьме. Йоу, вот эту штуку надо анвейлить. Где ты? Дай мне хелс. О, да. О, детка. Сейчас у нас будет до хрена здоровья. Не, нифига не до хрена. Ну, все равно пойдет. Ну так, среднее здоровье. Все равно лучше, чем то, что на нас, да? Хотя 34 к силе. Но нам пока сила пофигу. У нас где-то здесь было плюс ко всем статам. Или не было? У нас одно кольцо даже хреновое одето. Это я что такое таскаю? Разгул стихий. Мы этим пользоваться не будем. Все равно у нас поначалу будет 4 линк. Там будет спел эхо. Там будет, наверное, вот эта хрень на фокус. Как она там? Где у меня тут сейчас? Где у меня вообще мои камни? А, вот. Колдовской выброс будет. То есть цепь молнии, колдовской выброс. Урон молнии обязательно. И спел эхо. И, скорее всего, мы больше ничего в ближайшее время всунуть туда не сможем. Привет, старый стример. Что значит старый? Я мужчина в полном расцвете сил. Отсылки к Карсону. 2К18 год. Писец. Простите, 19. Мне нужны сферы вал. И мне нужна вот эта штука. Мы же попробуем хотя бы 4 линк себе вытащить из этой штуки. Так, то есть что мы делаем? Делаем ее вот такой. И делаем на нее вал-сферу. Я знаю, что это дорого, как бы, но какая нам разница? Мы все равно играем соло селфаунд. Я все равно эту валюту, ну, не смогу потратить на то, чтобы что-то покупать, правильно? Хера призма камнереза. Нам нужны линки. Линков нет. Ну, и хрен бы с ними, да? Есть. Не стоит даже заморачиваться. Скорость чар. Энергетического щита немного. Вот здесь у нас плюс один к уровню камней молнии. У нас и здесь плюс уровень идет, и здесь плюс уровень. Девять процентов скорости не может быть лучше. Вот не может быть и все, хоть ты тресни. Во всяком случае, я так думаю. Ладно, оставляем так пока. Варлок, я на твоих чатах одновременно. Это считается как накрутка? Да, тебя посадят. Не меня причем, тебя. Гарантия 100%. Я-то не заказывал накрутку. Планирую обновить комп к лету. Интересно, за сколько я смогу впихнуть своего динозавра на пентиуме 4? Ну, я тебе скажу, за сколько я покупал системник последний. Я Жене покупал системник. У него покруче, чем пентиум 4. Там что-то 4-ядерный процессор, не помню какой.
Кстати, системник у него практически такой же, как у меня. 6 гигов оперативки. Единственное, что видюха плохая. Там какая-то никакая вообще была, пришлось менять. И за 5000 рублей я системник купил. Привет, сладкий сосочек. Мы хотим Darkest Dungeon. D3, Poe, D2. Клаптрап и Firestone. Спасибо тебе огромное за донат, да еще и с сердечком. Слушай, Darkest Dungeon все хотят, но такие дела я не очень хочу. Честно, Darkest Dungeon это не та игра, которую я хочу вот зайти вечером и после работы посидеть в ней. Сейчас для меня это Poe. 100% Poe. И если я по вечерам, ну, не буду что-то вот что-то такое расслабляющее бегать, тогда я просто не буду стримить по вечерам, это факт. Так, знаете что, я думаю, надо чуть-чуть звуковые эффекты добавить и чуть-чуть музыку погромче сделать. Хотя бы немножко, я думаю. Slay the Spire был или будет? Не-не-не, это вечерний стрим. Мы сегодня... Мне, кстати, надо вечерние стримы, наверное, переименовать, чтобы путаницы не было. Ну, как-то их по-другому, типа... Вечер с варлоком, с секси-варлоком. Ну, что это такое? Варлок показывает сиськи по вечерам. Как-то так. Чтобы было различие. Мозги у варлока сейчас на отдыхе. 100% правильное замечание. Абсолютно. Я на расслабоне, я сейчас кайфую. То есть... У меня почти такое ощущение, как будто я дорожку кокаина сделал. Ну и просто сижу и кайфую, и это нормально. А чё дорога какая-то кривая? Она такая и должна быть. Странно. Хай, что за игра? Похожа на Диабло. Отличная... отличный глаз, боец. Она действительно похожа на Диабло. Это, ну, это экшен-РПГ наподобие Диабло. Больше всего похоже на Диабло 2, она полностью бесплатная. И она крутая, очень крутая. Одна из, наверное, лучшая экшен-РПГ, которую я вообще в своей жизни играл. Лучше Диабло 2, хотя я большой фанат 2 Диабло. Там кто-то спрашивал насчет окурков. Оказалось, что это очень древняя история, но в итоге оказалось, что окурки ворует синица. Прикинь. И загугли синицы, которые воруют окурки. Это не у одного меня такое. Это, оказывается, это известная фигня. Меня временно исключили из беседы. А такие дела, модераторы в чате чат. Все. То обычно модераторов нету, знаете. Вы там сидите, что хотите делаете. Сегодня Грей Фаерфокс пришел и наводит порядок. Быстро-быстро бунт подавил еще даже где-то в зародыше. Йоу, ну, я могу сказать по поводу этого билда, ДПС намного выше, чем у милишника, которого я качал. Это не показатель, потому что у нас уровень никакой еще. Но, по ощущениям, сюжетку мы проходим легко. А милишника я качал, ну, вот в этом патче, там, когда... Ну, пару недель назад я начал качать милишника и качнул его за пару недель до 70 какого-то там. То самое чувство, когда сидишь на ноуте с офисной видеокартой и таким же горячим, как ты, процессором. И никаких патов Экселя. Йоу, Джош, спасибо огромное за донат. Целых 100 с сердечком. Спасибо тебе большое, братан. Слушай. Сочувствую насчет Path of Exile очень сильно, что у тебя не получается в него поиграть. Видишь? Ну, я могу чего от себя сказать, что я очень долгое время провел с похожим компьютером. Какое счастье, что есть инди-игры. То, что, ну, я же когда начинал ютубом заниматься и стримить, там, если заметить, то... Если старые видосы по Канжину обратить внимание, там постоянно тормозит, особенно на драконе. Это потому, что у меня был двухъядерный Celeron. И видуха GT630, господи. Это была жесть, просто жесть.
И вот у меня тогда Pass of Exile шел, но с жуткими тормозами. То есть на картах было невозможно играть. Единственное, что можно было, это просто побегать, сюжетку попроходить. Тогда еще сюжетка другая была. Ну, не полностью как сейчас, а как в старой Diablo с тремя уровнями сложности. И инди-игрушки здесь спасают очень сильно. Ну, опять же, тот же Slay the Spire, например, ну, будет летать практически на любом системнике, правильно? Ха, у меня GT520. А где ты за 5к такой системник купил? На Авито. Я его очень долго вычислял. То есть я тупо каждый вечер заходил на Авито и смотрел. И смотрел объявления. На Авито очень-очень хорошо можно находить штуки. Например, этот процессор... Ой, не помню, какое он точно название. Я в железе плохо, вот честно. По железам я не... По железу я не советчик, но... здесь 4-ядерный процессор вот сейчас у меня. Ну, как видите, вот тот же Pass of Exile, ну, на стриме, одновременно со стримом и с записью на жесткий диск вытаскивает. Получается... Этот процессор я купил на Авито, что-то там, блин, 1500 рублей, что ли, или за 2, что-то около того. Ну, короче, очень хорошо купил его. И... Но для этого надо сидеть на Авито и высматривать. Тупо заходишь каждый вечер и каждый вечер мониторишь. И если видишь, что тебе нравится, звонишь. Я не торгуюсь на Авито, так бы я, наверное, мог бы еще дешевле там покупать, но... Что-то меня не прет торговаться, поэтому я... Я обычно просто смотрю, когда мне цена подходит, и покупаю. Там же каждый день объявления попадаются. Янус Пирандус! О! Так, продаю компьютер за 100 гривен. Нет, торговую площадку в чате не надо устраивать. Бросить дополнительный редкий предмет за валиваровым свойством. Да на кой черт он нам нужен, Янус? Давай, иди. Тэп молнии, качайся. У, левел ап. Так, ну сейчас мы идем сюда за здоровьем и энергетическим щитом. Все равно здоровье нужно. В крайнем случае потом, если мы решим, что нам ХП вообще ни к чему, мы будем на одном энергетическом щите жить. Если мы, например, инокуляцию, или как она там называется, хаоса возьмем, мы всегда можем скинуть эти лишние навыки. Орбов, сожаления у меня полно. И 14 или 16 очков сброса дается... Когда проходишь сюжетку. Только системник плохо работает, как стул использую. Это отличное, отличное использование для системника. Вообще не вижу проблем. Лучше, чем играть на нем в Майнкрафт. В 2К19. Правда, 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 ребят, геймеры, да... Ищем девочку, отдаем ее модеру, и модер на нашем стороне, на нашей стороне. Так, чат, я не... Я это работорговлю тут вообще никак не буду одобрять, поэтому... Никакой работорговли в чате, 100%. Майнкрафт не обижать. Не, мне нравится Майнкрафт. Я уже 17-ю серию смотрю. Я каждое утро смотрю сейчас Майнкрафт. Мне 30 лет. Что случилось, знаешь... Мама, я не знаю, где все пошло не так. Я не знаю, кто виноват. Майнкрафт — это очень хорошая песочница для разговора. Если чуваки... Если у чуваков приятная компания, они хорошо друг с другом общаются, то Майнкрафт, он идет вообще просто как фоном. Просто игра, чтобы они базарили друг с другом. Ну, ради... Что, собственно, я сейчас и смотрю. Я смотрю Майнкрафт не ради того, чтобы там посмотреть, как они криперов отстреливают. А ради того, что, играя в Майнкрафт, они общаются, разговаривают между собой. Ну, по большому счету, я симулирую для себя друзей. Поскольку у меня друзей нет, то у меня симуляция.
Я использую Twitch и YouTube для того, чтобы симулировать наличие у меня настоящей реальной жизни. Не, я утрирую. У меня есть друзья. Мы с коллегами ходили вон в Цитадели играли. Очень круто. Цитадели есть еще настольная игра. Очень классно, мне понравилось. Вот. Двадцать восемь силы у нас нету. Зашибись. В этом есть и плюсы. Можно стать оффагом и катать в Моровинд или три героя. Йоу, Жорж, спасибо тебе огромное за донат, целых 50 сердечком. Спасибо тебе большое, чувак. Слушай, я, собственно, что и делал. Что я раньше и делал, когда у меня не было даже такого компьютера, хотя тот комп, который у меня сейчас, он по современным меркам, нифига не топовый, естественно. Просто компьютер как компьютер. Слушай, то, что у нас сейчас, оно лучше. И я играл все время в старые игрушки. Там порыться, там игрушек еще бомбовых. Да охренеть, да тот же Morrowind. Вот ты правильно абсолютно говоришь. В тот же Morrowind можно сидеть и играть, и играть, и играть. Я, например, его ни разу не прошел. У меня не хватило. Не хватило силы и энергии. Хотя Morrowind мне нравится, но что-то как-то меня не хватило на него. Наверное, в основном потому, что я ценю свое время. А Morrowind классическая такая штука, там нужно читать диалоги. Хотя меня прет такое, когда тебе нету на карте, когда у тебя на карте нету точки, в которую надо бежать, чтобы квест пройти, а просто нужно читать квесты и нужно идти туда, куда тебя направляет текст квеста, а не значок на карте, искать. Собственно, почему одна из моих любимых игр это Готика вторая, потому что там абсолютно нет карты. Ну, там есть карта, но она буквально выглядит как бумажная карта, которую ты открываешь и смотришь на нее. Там нету значков квестов. Но тут такая проблема, что если у тебя в игре нет значков квестов, соответственно, тебе надо очень писать хорошее описание заданий, чтобы по тому, что написано в задании, можно было найти, где это лежит. Там, или где этот орк стоит, или еще что-нибудь такое. Это, соответственно, требует времени, усилий и, прямых мозгов писателей. Что встречается не всегда. Тот же третий Ведьмак. Я, когда в третьего Ведьмака играю, у меня все моды... У меня стоят моды всякие на реалистичность. У меня стоит отключенная мини-карта, у меня стоит отключение быстрого передвижения, такого типа. То есть меня прет в Ведьмаке там плыть на лодке 20 минут, чтобы найти там, чтобы доехать до цели. И все равно в третьего Ведьмака не получается играть без значков на мини-карте. Он просто неиграбелен таким образом. Приходится все равно открывать карту и смотреть, где квест находится. Потому что, не так диалоги прописаны, чтобы прямо брать и просто прочитать квест и пойти и сделать его. Что там случилось? Все нормально, чат? Вы обсуждаете аниме предпочтение модера, это необычный чатик. Чат, не провоцируйте модера. Это оскорбление регионального масштаба. Модеры хорошие. Grey Firefox самый хороший модер. В Grey Firefox не зазнавайся. Но он действительно хороший модер, поэтому его надо уважать, любить, целовать. Now, now, fish coming! Now, now, fish coming!
все бы ничего, если бы не ужасная, по современным меркам, система боя. Насколько я понял, это типа рандома с процентами. Именно из-за этого я умираю на блохе после подающего мага. Да, слушай, Джош, спасибо огромное за донат, 50 сердечком. Спасибо тебе большое. И ты абсолютно на 100% прав насчет системы боя Моровинда. Поэтому я всегда в Моровинд играю в магом. Я не могу. Мне нравится. Мне намного нравятся милишники больше в серии Elder Scrolls. В Моровинде, в Обливионе, в Скайриме меня прет играть милишниками. В частности, в Моровинде мне Двуруч очень нравится. Но... Ой, не... В Обливионе Двуруч, а в Моровинде я пробовал из милечников копье делать. Очень интересный билд такой, специфический. Но система ближнего боя там кривая, 100%. Да, нас выкинуло в Pass of Exile, я не знаю, что сегодня происходит. Еще на прошлом стриме у нас все было шикарно, вообще никаких выкидов не было. Сегодня что-то жесть какая-то творится. Я не знаю, почему чат, я не виноват, я честно. Будем надеяться, что все будет нормально. Если не будет, то... Я даже не знаю, что мне делать, если не будет. Потому что в прошлый раз все было отлично. Ну, насчет Моровинда. Система боя милишников там кривая. Зато заклинания, у них такой проблемы нету. Там проблемы с маной идут. Но зато там можно крафтить свои спеллы. Это круто. По-моему, в Скайриме же спеллы не крафтятся, да? Это у нас в Обливионе было, если ты... И то, только если ты мутишь квестовую линейку, о господи, гильдии магов, и проходишь ее полностью, тогда ты можешь крафтить. Пока всем выдам бан даже во сне. Давай, Грей Файерфокс, спокойной ночи, отдыхай. Спасибо, что пришел. Так, что у нас там? Квест. Да. Go Dungeons and Dragons. Neverwinter Nights 1. Одна из моих любимых игр детства. Я ее... сколько раз я ее прошел. Ну вот, буду честен на 100%, именно пройти от начала до конца, я ее, наверное, раз 6 прошел, не больше. Точно за паладина один раз... Вором раза 3, наверное, 100%, колдуном один раз, то есть это 4. Кем я еще проходил первый Neverwinter Nights? По-моему, друидом я так и не прошел. А кем я еще, блин, проходил? Начинал я-то сотней персов. Не помню, кем закончил. Монаха я точно не докачал до конца, у меня не хватило сил и терпения. Уху-ху. Пошел играть в Моровинд, чтобы крафтить заклинания. Жди меня, блоха. Йоу, Джош, спасибо огромное тебе за еще один донат 50 сердечком. Спасибо тебе большое. Слушай, давай, мочи блоху. Глуши ее фаерболом с радиусом поражения в 100 метров, стоимость с уроном под 9000, стоимостью в 1 000 000 маны. А я помню эти заклинания, когда у тебя заклинание, вот именно ядерный взрыв я делал. Когда ты его хреначишь, и у него радиус огромный, и дамаг огромный, и он тупо тратит всю ману в ноль. Это, конечно, жесть. Подожди, это мне память изменяет или... в Моровинде, когда у тебя кончается... Нет, это в Аркануме ты падаешь в обморок, когда у тебя мана кончается. А в Моровинде, по-моему, стамина. Да, это в Аркануме в обморок перс падает, когда мана кончается. Тоже жесткая штука. Но в Моровинде самая прикольная система крафта, да. Так, скорость сотворения чар, вот это вот нас не интересует. Скорость приспешников, сосредоточие... Урон по области на цепь молний не действует, да. Контролируемое РМР разрушение. Нам не интересно, мы на критах играем. Концентрация стихий. Так, наносит на 31 больше урона от стихий. Умения не могут накладывать стихийные состояния. Это вообще...
Это можно так делать? Можно? Это законом-то разрешено? Я чуть не понял. Un момент, сеньор Рогати, por favor. Если мы это поставим. Слушай, ДПС чуть-чуть повышается. Но то, что мы не можем накладывать шок, это плохо. Не, нам надо оставлять наложение шока, я думаю. Но это можно будет подумать потом, если что. Я не знаю, зачем я эти камни коплю. Пускай пока лежат, потом разберемся с ними. Надеюсь, вам понравился этот забег. Если это так, то нажимайте на кнопку лайк, это будет огромная помощь. Хотите смотреть еще, конечно, подписывайтесь и нажимайте на колокольчик. Ну а я благодарю вас за то, что вы смотрели это видео. И увижусь обязательно с вами в следующий раз.